Сегодня у нас 8 мая 2020 год. 2000. Вот брат Андрей подъезжает тут. Везет мне тут одну штучку. Давай, заезжай. Сюда заезжайте. Сюда, сюда. Тут у меня коты. Рыжик, белый, синеглазка. Или как Игнатик еще его называют, синька. Все, уходим, а то задавят вас. Мир вам! Еще бы, такая машина. Убегает. Все, исчезли. Лена что, решила попрактиковаться? Ага. С фургоном? Угу. Лиса, иди сюда. Так. Как его выгружать? Не хочет. Ну что, надо решать. Как его? Пойдет? Ну я не знаю, как там выгрузиться. Она же потом сама может доехать, да? Да. А где брат Андрей? Андрей, брат, спрятался. Мы его оставим. Сами приехали. А, понятно. Мир тебе, брат. С миром, брат. Ты как тут у вас? Да с Божьей помощью. Что, сейчас трудно. Будешь выгружать? Ну, тут вы же с ночевой? Да. Да? Ну, после посмотришь. Батюшка уже посмотрел. Да? То есть вы все по инструкции, да, заехали, батюшки сперва? Ну, написал. Потеряевка. Потеряевка. Вон он. Твой трактор, вот прицеп. О, я не знаю, тут можно, наверное, возить целую это. Всю потерявку посадишь. Да не, зачем? А у него какая-то мощность? Ой, мощный. Да? Он может вот этот прицеп утянуть. Всех котов. Мощный агрегат. Да. Фу, комары. Ну тогда придется дома заняться. Я же думал, что вы сразу вернетесь. Оказывается, вы ночевой будете. Дома заняться. Не ждал вас, да? Выгоняют. Нет, просто раз у брата там это работа, да все, да я думал. А, у брата работа. Ну ничего, сейчас разберемся, печку надо будет затопить только. Да. Что? У меня-то дома там тепло, я затопил. У тебя дома, ты там живешь? Да, на Скворечнике. А, пока. Скворечник называется. Да, Скворечника дом. А вон она, балерина. Да. У вас тоже комары? Можно было бы Надежде Васильевне отправить, но у нее там только на полу ночевать. Мыши. Какие мыши? Раньше, нет, сейчас мыши нормально. Да откуда там ты что? В прошлом году же, по-моему, были, когда там колорифила она все там делала. Ну, были, травила. Травила же. Ну, травила, но сейчас же кошки там ходят. Тем более она там все перемыла уже, все сделала. Ты привез кошек, да? Так, ну что, оставляем, значит, да? Все, да. Никто тут не тащит. У вас там комаров нету, да? Я смотрю, машете руками. Нету. Сейчас тепло настало, они появились, а так холодно было, их не было вообще. Ну ладно, брат, понял, спаси Христос. Все, закрываем. Ага. Сейчас. Знак. Так, тебе проезжать не надо? Так оставим? Так. Ну, чтоб я имею в виду это. Не так сильно видно было. Там уже. Ну ладно. Собаки нету, откуда она тут взялась? Шарик там у нас, на привязи. К Надежде Васильевне то не пойдете? Пойдем. Пойдете? Сейчас маленько осмотримся. Где тут целый? А, голуби. Голуби, точно. Голубей тут еще. Да, Тихоныч увидит, даст нам. За голубей. Давай. Святое. Они там живые хоть, нет? Конечно. Их же уже сейчас надо запустить. Поширяю в камеру. Не-не-не, давай. Это мое хозяйство. Ого, какая грязная. Куда?
А, туда наверх. Ну давай я это подниму, а ты это засни, пожалуйста. Пить, Алёна, снимайте, вы умеете. А, снимать? А что уметь-то? Снимайте. Я снимать? Ну, да, да, да. Надо же показать, что у меня в голове. А, да, да, да. Это засвидетельствовать. Сможешь залезть? Я? Да. А снизу нельзя? Можно я? Давай. Но я в юбке. А, так снимать надо. Стой, стой, ты смотри, чтобы это. Вот так вот засунь сюда руку. Смотри, чтобы это. Что, надо лезть? Конечно, надо. Надо лезть. Заснять все. А не опасно? Нет, не опасно. Давай. Ой. Она привязана. А, ну, слава Христу. Главное, что привязана. Можно еще в камеру смотреть. Да, смотрю, смотрю. Молодец. Вот тебе послушание, люди. Какое? Смотреть в камеру и лезть. А. Держись, Крим. Держусь, держусь. Давай. Так. Это у меня, правда, без света на камеру, но еще. Будет пока хватает света. Сейчас там на камере будет слышно, как я кряхчу. Так, так, кого снимать? Голубей? Голубей, да. Сейчас. Голубей снимаем. Так, как их выпускать? Я даже не знаю, что он тут. А как он? А, вот. Так, голубки. Сейчас мы вас выпускаем. Они уж все там бедненькие. Вот, друг за друга держатся. А дверь-то закрыть надо, иначе коты залезут и начнется тут. Ну что, выходите. Гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули. Не знаю, куда выйти. Гули-гули-гули-гули. Гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули. Надо было вытаскивать уже моих. Так. Пойдем. Гули-гули наши, гули-гули-гули-гули. Вот у меня, пожалуйста, и пёс. Вот он какой. Красивенький. Да не бойтесь, не бойтесь. Полетели гуси-лебеди. Ой. Ну, давай, вперед. Ой. Давай, вперед. Какой. Ой. Главное, чтоб на голову. Не беспокойся. Это редко бывает. Да? Ну хорошо. Вон они какие красивые. Давайте, давайте. Ну, вперед. Надо смотреться. Что они дрессированные? Сейчас, кто мой освободитель? Ну он и не чё? Хочет. Вот, ой, где? Полетел. Боится. Тихо, не возмущаться. Так, вот. Еще. Какой-то это попался такой бойкий. Не хочет. Вот он. Так, полетел. Кто там еще у нас следующий? О, беленький. Давай, давай, вылазь, а ты не бойся. О, красавцы какие наши. Ай-яй-яй. Тихо, тихо, тихо. Все. Прям как о. На свадьбе голубей пускают. Ну да. Все, готово дело. Все. Ну, слава. Так, коробки это надо будет отправить потом. Я спускаюсь по инструкции. По инструкции. А, нет, аккуратно. Так, камеру. Давай, давай камеру. Так, камера. И держу. Давай, спускайся. Все. Вот они начали уже тут выяснять отношения. Кто из них главный? Так. Еще. С Божьей помощью. Ну вот так вот, в принципе. Сейчас. Вон, коробку я заберу. Попозже. Сейчас немножко. В доме засниму, чтобы посмотреть можно было. Так вот. Где они? Пошли в дом? Нет, сидят. Ну что,
Лена, сестра, что, пойдете к Надежде Васильевне? Сейчас или ты я там? Я пишу молитвенную поддержку, чтобы о батюшке помолились. О батюшке? Да. А что, путешествующий? Давление. А, давление у него? Ну, да. Сейчас. А он не говорит никому? Ну, сильно. Понятно. Алексей Загуляев сказал нам. А, по секрету. По секрету. А можешь и сумки унести сразу? Какие, ее? Да. А что, тоже здесь? Да. Ну, конечно, давай. Давай, давай, унесем. На, это, Дарья. Возьми, пожалуйста. Камера? Да. Опыт приобретаешь. Снимать будешь? Да. Да ладно, не впервой. Не впервой? А ты решил теплицу построить еще себе, да? Нет, надо подновить. А, обновить? Да, потому что это... У меня же не везде было карбонат. Вот и матушка заказывала еще. Да. Ну да, да. Смотри, это я не знаю, это кому. Сказали, а кто это передал? Надежда сказала передать. Интересно. Этого добра полно вроде потеряешься. Полно? Колеса видал какие у тебя? А что? Гонять. Надо еще научиться, чтобы гонять. Ой, котик. Кыса бежит. Сегодня интересный случай был. Надежда Васильевна сидим там с матушкой в огородчике. Там она это пропала в Викторию. Сидим, разговаривал. Этот подошел и решил об Надежде Васильевну потереться. Он так любит. Только она начал, пугалась. Она как подпрыгнула. Она в одну сторону, он в другую. Так интересно получилось. Плохо, что у меня камеры не было. Вот он, автор события. Долго смеялись. Привет. Сбегает от меня. Жирненькие кошки. Видать, хорошо кормят. А вы что, решили разгрузить? Да, сам. Буковки тебе хватит. Он тяжелый. Смотри, как он весит, трактор. Да? 120 килограмм. Ничего себе. Ты что за техника? Мы его втроем грузили. А телег это тоже 140 килограмм. Ты себе тут приобрел-то. Это точно трактор настоящий. Трактор? На нем пахать можно. Тракторист. Так, вот это Надежда Васильевна тут с вещами. А это все ваше. Наше? Да. А Надежда Васильевна что? А-то я не знаю кому. Ну, говорят, по деревне раздать. Да по деревне. Это куда? По деревне. Куда это? Да, это потом занесем. Батюшке отдашь. Дом занесем. Батюшки. У него ни одного, ни одной курицы нету. Ну, у кого есть яйца. Все. А что, закрывать ворота? Нет. Потом придем, все закроем. Мам, на. Мам, на. А нет, вы же это. Вы же гости, давай мне камеру. Я вас засниму. Иди, иди. Встречу с моей. Давай, давай. Хоть поснимали. Ну, давай, я помню. Видишь? Ну, все, она же легкая. Привыкли прятаться за кадром. Что, мы-то? Да. Наоборот. Я вообще звезда Ютуба уже. Да. Ну, конечно, я как не приеду к Игнатику ночью. Он уже с камерой меня ждет. Под прицелом всегда. Вон они ходят, наши сестры пожилые. Надежда Христос Васильевна! Воскресе! Я не знаю, кто там приехал. Первый раз вижу их. Надежда Васильевна, Христос воскресе! Ой, 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 ой,
как хорошо сделали. Приехали. От радости. Да. А я только сейчас хотела звонить. Да мы приехали, не приехали. Не-не-не-не-не. Картошки со всех сторон надавали. Да. Да. А запахи какие, а? Да, запахи, да. Черемуха цветет. Поэтому и мороженое. Да. Девочки, пойдем. Рыжик. Мама. Пойдем к нам. Батюшка с удовольствием принес. Гостиница нет там. А, ночевать к вам? Да. Ночевать на втором этаже, там все там тепло. Ой, ну печка тут. Это так хорошо. Не надо здесь, батюшка. Ой, то есть это, Володя. Не надо здесь. А у меня только одна кровать не войдет. Не войдем. Ну только если на полу. Ладно. На полу. Ну, брата Андрея, это я с собой могу забрать себе. У меня-то тепло. А что, кошки, Андрюш, ты к себе? Да. У тебя... это у нас ручные коты. Рыжий. Этот рыжий, да, коты? Да, рыжий. Смотри, они с характером все. Да, они могут это... Нет, ты его отпустил у себя. А тот белый, да, который? Белый, да. А тот голубоглазка, то ты посмотри, кусто. Не-не, отпусти его, отпусти его. Вы приехали, а? Ну он может кинуть. А мне вчера, Женя, все вещи привез. Дарья, мы же на руках в основном его не держим. Отпусти его. Кто это едет? Не знаю, у Алексея останавливались. У кого? У Алексея останавливались. Уже трава. Первый раз вижу их. Трава сыпь. Да, надо уже тогда. Уже коров пасут, да? Вовсю, конечно, еще при такой траве-то как не пасти. Самая хорошая сейчас, да, трава? Ну. Ну ладно, слава Богу за все. Аллилуйя.